И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же с модом Пирия. И сегодня, да, вы и так знаете, что я буду делать сегодня в видосе. Ну, по крайней мере, хочу я показать вам артефакты, а точнее, где находятся артефакты на карте Hope. И, собственно, начнем с мелкого. Во-первых, я сделал полный сет стимпанка, но штаны у меня, как видите, металлические. Почему штаны металлические? Они сломались. Стимпанковские штаны сломались, а на это говно требуется слишком дофига кожи. Да, она делается крайне, очень медленно. Не, реально, она очень медленно делается, это меня просто бесит. Во-вторых... А, да, у меня здесь чуваки подпрокачались немножечко, я несколько раз чуть не сдох, и сделал вот вообще вот такого вот в целом... кстати, не сдох, чуть в пещере, а не здесь. Вот, сделал вот такой вот спуск у себя полностью вниз, как видите, ступенечки, все дела, и оформил вот так вот свою беседку, ту, которую я ставил. Здесь 15 артефактов. Фактов и 4 просто повторяющихся, если не ошибаюсь, то 4. Вот, или 5, что-то не помню, вроде бы 5, вроде здесь 20 этих, в общем, 15 разных и 5 повторяющихся, давайте считать, что 5 все-таки. Вот, очень классно выглядит, в целом ночью просто офигенно выглядит, то есть она именно вот сверкает как положено, то есть, ну, как бы разные цвета, все дела. О, какая там балдень плавает, это что-то, кто там, ты кто? О, прикольно, это типа водный дракон, да, который там говорили мне, и кучи. Ну, нехиленький такой, нехиленький, ну, маленький. Но томить, конечно, мы его сегодня не будем. Вот, мы сегодня разбираемся вот с этими артефактами. И где же их найти? Кстати, для справки, кстати, видите, да, как классно сделал все. Ступенечки, все дела, это просто разного уровня фундамента. Так вот, вот на вот эту фигню всю... О, свет включили. На эту всю фигню я потратил... Вот на этот подъем. Где-то часа 4, да. Было очень сложно придумать. Я несколько вариантов придумывал, но в итоге пришел вот к такому варианту. И просто разного уровня фундаментов, вот так вот сбоку, мы куда лучше видим, насколько они разного уровня фундамента. И просто все сделано ступеньками и ничего более. Да. Вот, и на поиске всех артефактов, а точнее местоположение этих самых артефактов, я потратил тоже довольно-таки немало времени. Ну, в районе где-то около 3 часов. Все это дело я сделал намного легче. Я установил на них телепорты около них и все подписал. Артефакт. Какой артефакт? То есть артефакт. И подписал опасно, то есть вот опасно, осторожно, рипер, опасно, рядом обрыв, под водой, вот, и все вот эти 15 артефактов я подписал. Да, здесь 14, вы увидите, 15 мы найдем. Я вам покажу, что, как, где. Но для начала, на ком лучше всего искать? Конечно, лучше искать на летуне. Благо в Абер, а именно на Хоупе находится только одна пещера. Я очень долго искал всю эту информацию. И да, я нашел. На карте Хоуп находится только одна пещера. Пещера это Абер, а именно Аберрация. И все находится именно там. Все 15 артефактов. Пещера она небольшая, хотя поначалу было до жути просто очково. Сразу же перекусить, чтобы было все нормально, и возьмем стимпанковский супчик, его обзывают, я не знаю, он супчик называется, да нет, типа, короче, мороженого, назовем его так, мороженка, который дает нам убер офигенную скорость для меня или же для моего Дина. Так, кстати, ну-ка, я могу тебя прокачать? Да, я могу тебя прокачать и увеличить тебе радиус.
Отлично, дождь закончился, и нам пора уже собираться в путь. Пойдем мы, конечно же, с начала пещеры. Я сначала думал, о, у каждого типа артефакта поставлю своего Дина, чтобы найти было легче. Но я сегодня настолько лет облетал, то, настолько раз облетел эту пещеру, что я думаю, мы без лишнего труда найдем, где что находится. Люди, играющие на этом сервере, специально оставили поставили телепорты на вход в Абер, так что будем отталкиваться только от него. Тот телепорт на Абер — это мой личный, который стоит внутри. Вот. А вход в Абер стоит снаружи, телепорт, точнее, на вход в Абер. Немного прогрузки, и мы оказались там, где надо. О, классно. Fire Element. Топовый, практически топовый. 290 левел. Было бы классно тебя притомить. А, ты что там, забагался? Нет, не забагался. Вот. Мне кажется, как будто он томится с руки. В общем, не будем гадать. Вход в Абер, как говорится, сейчас не об этом идет речь. Вход в Абер находится, ну, примерно координаты 50 на 50. Ой, 50 на 50. Чё я несу? 55 на 55, грубо говоря. Но более точные координаты я сейчас вам покажу. Смотрите. Хоп. Вход в Абер 55 на 50. О, да. Короче, половина от первого моего предположения и половина от второго. 55 на 50, и мы находимся над входом в Абер. Прям над входом. Конечно же. Стоп. Сначала же давай заюзаем супчик, чтобы все это дело было побыстрее. Вход в Абер, конечно же, нас встречает сразу же лагами, как и любая пещера. Спустившись вниз, вы уже сразу же можете встретить нужные вам ресурсы. Это тонны металлов, кристаллов, самоцветов и, конечно же, тех самых грибов, которые нужны вашим светлячкам. Кстати, я не знаю, в чем прикол, то ли из-за супа, то ли из-за чего, но если я нажимаю вперед, то они почему-то Дина летят в Абере куда намного дальше. Просто один раз щелкнул вперед и уже летит. Ладно, чтобы не мучить ваши глаза, я включаю гамму, конечно же, и мы уже здесь непосредственно будем летать с гаммой. Мой светлячок, а именно, если, кстати, вот сейчас я вообще не жму вперед, он сам летит. По ходу дела в Абере здесь вот немножко другая система полета. Ладно, не суть. Забейте на это дело. Залетев в саму пещеру, вот с этого входа, чуть не потерялся, мы практически сразу же сможем найти артефакт. Самое главное, кстати, я ни разу со входа не шел искать артефакт. А в целом артефакт найти очень легко. То есть, когда мы летаем без гаммы, ой, мне показалось, там кто-то внизу есть, то артефакты легко найти по свечению. Смотрите. О, нет, это нот. Кстати, да, вот это вот, очень часто я путался. Думаю, о, нашел! А, не, нифига, нода. Так. Самый первый, он, посчитай, около входа. И находится вот здесь. То есть, видите, да, как я недалеко прилетел? И вот он находится, самый первый. Собирать будем, опять-таки же, все будем собирать, чтобы наглядно показал, сколько здесь есть артефактов. Артефакт стаи. What the fuck? У него не появлялся этот значок сесть. Вот, здесь, как видите, мой телепорт стоит. Я его поставил публичным, то есть телепорт стоит рядом с обрывом, чтобы люди туда не бабахнулись. Ну, как говорится, телепортнуться сами найдут. Другой артефакт находится недалеко. Прям очень недалеко. Кстати, эффектов столько на мне, это просто огонь. Так, включаем яркость, потому что что за нафиг. Вот. Другой артефакт находится прям, ну, практически в упор, грубо говоря. Опять-таки же, телепорт. Ой, артефакт. Охотника. Вот. И здесь у меня, опять-таки же, стоит для людей
специально подписал около скалы, потому что я сам, когда сюда допрыгнулся, такой, где, 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 чё, где? Ну, о, вон оно где. Думаю, надо подписать именно так. Людям будет легче искать. Опять-таки же, как видите, он у меня публичный, чтобы люди могли телепортироваться и собирать артефакты. Но все-таки, я думаю, это людям будет нужно. Все, на входе артефактов больше нету. Спускаемся дальше вниз. Вроде опять-таки же нету. Я могу, конечно, ошибаться. Потом, какие артефакты мы не найдем, я потыпыхаюсь туда. И да, это тот же самый. Я потыпыхаюсь, и мы уже более досконально посмотрим, где что находится. Пролетев по пещере дальше, кстати, опять-таки же, здесь не слишком опасно, как, допустим, на аберрации, на карте аберрация. То есть здесь мы все равно, как ни крути, так, наушнички поправил, здесь мы все равно, как ни крути, более свободно находимся. И вот, залетев в большой зал, есть смысл пролететь сразу же наверх. Вот с этими телепортами, да, вот с этими артефактами было сложновато поставить телепорт. Но я выкрутился. Здесь вот плашка от стимпанк стоит. И вот он телепорт. Артефакт целостности. Я специально проверяю, чтобы они все, я их не проверял, проверяю, чтобы они все точно были публичные, чтобы людям было легче. Опять-таки же, вот он артефакт целостности. Залутали, он сразу появился, то ли это сервер так настроен, то ли все-таки карта. Пролетев немножечко дальше, а именно правее, по правую сторону. Ой-ой-ой, прогружается карта. Тихо-тихо-тихо. Зря я, наверное, выпил супчик. Я что-то летаю слишком быстро. Прям огонь как быстро. Еще вот, опять-таки же, я не жму и летун. Надо будет, кстати, проверить с улицы как-то. Так же летается или нет. Потому что я вот опять прилетел, я немножко заблудился. Так, свой артефакт. Летим вниз. Но не так низко, как нам изначально бы хотелось. Иногда, кстати, стоит отключать гамму. Не все так гладко и удобно, как хотелось бы нам. Во, озеро. С озером у нас два артефакта. Один в озере, а второй над озером. И вот тут мы как раз-таки поднимаемся. Тихо-тихо-тихо. Залагал. Поднимаемся наверх. Здесь тоже, опять-таки же, так как артефакт стоит на скале. Артефакт у нас бродяги. Здесь я установил также плашку. Вообще он здесь багуется и ставится в скалу. Но я сделал более цивильным. Опять-таки же, проверяем. Все, огонь. Артефакт бодрости. Рядом обрыв. Ну, что опять-таки же люди не бабахнулись вниз. Летим дальше. Как я уже сказал. Следующий артефакт в озере. И здесь, как говорится, ничего сложного нету. Просто я почти угадал со своим телепортом. Вот мой телепорт. Артефакт утеса или утеса. Я думаю, утеса, наверное. Вот. Я всегда его утесом называю. Опять-таки же, публично написал под водой, чтобы люди не терялись и знали, куда нужно идти. Вот он артефакт. Лутаем. И здесь мы сразу же подбираем скин выжженной земли, скин факела, скин факела. Вот, уже залетев только в пещеру, мы имеем 5 артефактов. Полетели дальше. Вот эти артефакты нашлись мне сразу же. Все остальные я искал немного дольше. Так уж как вариант будем и мы искать подольше. Специально не телепортируюсь, чтобы вам показать, чтобы вы, допустим, посмотрели видос и о, вот так, вот так, вот так полетел и все, огонь. Я тоже нашел. Вот, чтобы вам было уже легче. Так, опять-таки же, вот эти светящиеся ноды очень сильно мешают. Так, ладно, придется все-таки использовать X, чтобы тормозить немножечко птаху. Летает безбожно и бесконтрольно. Так, спускаемся вниз. Да, здесь вроде бы ничего нету. Спускаемся вниз и пролетаем в другой зал. В другой зал, другой зал, другой зал. Здесь, опять-таки же, если вы на летуне,
то ничего сложного нету. Здесь просто наверху база, так что не обращайте внимания. Это нормально. Сразу же, если вы на летуне, можно сразу же взлететь вот сюда, наверх. Но будьте осторожны, здесь лазят дрейки. И не просто дрейки, здесь седла дрейков. Вот, фу, седла. Видите? Гнезда, гнезда дрейков. И здесь, собственно, артефакт небесного лорда. Опять-таки же его лутаем. Так как здесь я нигде не хотел спаун яиц перебивать и так далее, я поставил, опять-таки же, плашку из стимпанка и установил телепорт именно сюда. Икс, как бы вот так вот. Оп! Отлично. Проверяем. Да. Он публичный. Публичный. Артефакт небесного лорда. Рядом, рядом. Ага, не влезла. Не влезла. Ну, в общем, здесь это телепортнуться увидит. Дальше. Как говорится, вверху хорошо, но нужно спускаться вниз. Внизу уже опасно. Это, если что, опасная часть пещеры. Там ничего опасного нету. Там только скорпиончики, и то иногда, и светлячки можно. Ну, всякие это бульдоги, козлики, как там, светороги, ящерки и светокрылы. Вот, спустившись сюда вниз, видите, да, то есть вот он, та арочка, на которой там построились. Спускаемся сюда вниз, вниз, и, собственно, завернув направо, мы увидим еще один артефакт. Но здесь не все так безопасно. Здесь бегают дрейки. И вы их не сразу увидите, уж поверьте мне. Но, залутав артефакт, а также скин на копье, можно спокойно улетать. Ну а мне нужно проверить мой телепорт. Правильно ли он настроен? Не мой телепорт. Мой телепорт. Подписал рядом дрейки, чтобы людям было как-то осторожно. Артефакт ревратником. Экс. Вот он. Скин на обычное копье. Деревянное, поэтому, ну, такое себе. Ну, просто я не понимаю, зачем он нужен. Он же все равно ломается. Да, их как бы если в 10 копий там держать и последние никогда не сломать, то все огонь будет. Но в любом случае, пофигу. Не за скинами же мы охотимся. Дальше. Поверху я не помню, есть смысл летать, нет. Но если спуститься сразу вниз, то здесь мы найдем другой артефакт. Артефакт мудрости. Опять-таки же, для чего я делаю этот ролик? Если бы этот ролик был бы, я бы его не снимал. То есть подобный ролик был бы, как найти эти сраные артефакты. Но даже в Стиме я написал это под. Может, не там написал? Не, я не помню, где я написал. Ну, в общем, мне так до сих пор не ответили про пещеры и артефакты. В любом случае, артефакт мудрости, все огонь, все хорошо. Так, сколько у нас уже получается? Раз, два, три и общие 7. Подожди, я сраный счетовод. Общие 8. Неправильно сложил. Точнее, неправильно посчитал нижнюю строку. Вот, дальше. То есть спустились вниз, все хорошо, и есть смысл сразу же подойти к этому большому камню. Светящемуся камню. Кристаллу. Облетаем его вокруг, но сразу предупреждаю, здесь ходит Рипер Квин. И это будет весело, когда она на вас нападет. Текс. Хватаем артефакт жесткости. О, вот мой телепорт. Подписал его специально опасно. Артефакт жесткости опасно. Можно было написать Рипер Квин, но как бы было не до этого чутка. Возможно, потом переименуем. Вот, как видите, здесь не слишком опасно, но стоит туда подальше пройти и все, писос. Благо я своих механических чуваков могу вызывать, и они просто раздербанили в пух и прах, но все равно опасно. Опасненько, опасненько. Такс, погнали дальше. Дальше. О, вот, Дрейк ползает, видели, да?
Не видели? А вон ползает. Смотрите. Дрейк, я тут! Ну вот, собственно, он пополз. Дальше. Дальше. Там вот мудрости. Здесь забыл чего. Жесткости. Эх, головой тапскал. Зачем? Как отсюда подниматься, выбираться, я без понятия, потому что я здесь только на летунах был. Но летим наверх. Погоди, что? Мне показалось, как будто здесь какая-то желтая надпись была. И, ну, как типа чья-то постройка. Как будто здесь где-то есть чья-то постройка. Круто. Ну вот, ну, как вариант здесь выбираться. Вон, видите, скальный дрейк тоже ползает. Здесь выбираться, как вариант, на опустошителях. Если уже бегаете пешком. Так, ладно, в любом случае, внизу уже артефактов больше нету, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, мы к ним потом вернемся. Поднимаемся обратно наверх и идем уже в противоположный выход. Здесь, завернув направо, потому что я пропустил, мы увидим артефакт силы. И вот здесь-то уже нужно быть осторожнее. Здесь начинают летать сикеры. Конечно, они там внизу летают, около артефакта жесткости, но здесь их очень большое количество. И неподготовленным можно огребстись, кстати. У аргентависа, смотрю, с правой стороны какой-то красный значок появился. Прикольно. О, кстати, скоро этот закончится. Супчик. Клево. Так, в любом случае. Так, давай я скину все-таки вот сюда. Скину. Так будет. Мне считать удобнее. 5 и 5. 10. Осталось еще 5 артефактов. Я думаю, мы их найдем. Вот она, моя плашка телепорта. Так, он публичный. Подписал около скалы, чтобы люди не искали долго. Погнали дальше. Вот здесь я летал, пожалуй, большую часть времени, за исключением начала. Когда я искал, просто начинал искать и изучать эту операцию, здесь я искал очень много времени, потому что я не додумался туда вниз спуститься, найти жесткости. Да, потому что я думал, что этот кристалл, тот кристалл, они одинаковые. Когда ты делаешь столько кругов вокруг, то это песос. Он что, наверху так же летит просто так? Вот у меня сейчас он летит просто так. И сикер на меня нападает. Отлично. Ладно, в любом случае, летим дальше. Залетев в этот круг, здесь мы должны найти не один артефакт. Кстати, да, здесь можно найти газ жиженый, если он вам нужен. Вот и рипер. Отлично. Поднявшись по вот такой ступеньке, которая мне больше напоминает ступеньку в Сан-Андреас в одном из городов, точнее дорожку, здесь мы найдем еще один артефакт. Нам для начала, чувствую, нужно будет разобраться с сикерами. Сикеры же, они вроде вместе со светом лучше, типа это, сильнее становятся при свете, да? Но я делаю в этом плане все легче. Братан, спасай! Спасайте, чуваки, меня! Мне нужна помощь! Вот, и как бы все в этом плане легко и просто становится. Вот, просто было бы небезопасно тут спускаться. Артефакт пожирателя находится здесь. Ну и плашка телепорта находится где-то здесь. Вот она. Около скалы, опять-таки же, потому что найти довольно-таки из-за кустов тяжеловато. Проверяем. Да, он публичный. Экс. Погнали обратно. Чуваки. Домой. Все ушли. Не достал их. А, не достал, просто залагало. Отлично, все. Все дома. Ну, а мы полетели дальше. Вот, если пролететь здесь, то мы вернемся в большой зал. Что-то медленно летит, мне это бесит. В большой первый зал, скажем так вот. Вот, и здесь, собственно, вот, пролетев по этому кругу, мы здесь увидим ту самую вазу. То есть мы можем сразу же пройтись туда, без лишних хлопот и проблем. Ну, а здесь, кстати, вот мне жиженый газ.
Сжиженный газ? Да, источник газа. Звуки рипера. Ненавижу риперов. Летим, собственно, дальше. Вот. Ну а здесь мы, соответственно, уже видим все вот это вот. Подъемчик, все дела. То есть, чтобы забраться туда наверх. Как говорится, ничего сложного нету. Было бы желание. Так, летим дальше. Опять-таки же, мы летим на летуне. Поэтому на летуне намного легче. И от риперов спастись, и, как говорится, артефакты стыбрить. Вот здесь-то. Все-таки я немножко вам набрал. Не у того, я же говорю, я путаю эти кристаллы. Не у того кристалла риперы. У этого сраного кристалла риперы. Потому что... Или у того тоже кристалла риперы. Я не помню. Потому что здесь... Вот он стоит. И где-то здесь у меня плашка телепорта. Так, артефакт неуязвимости. Вот она. Осторожно, рип. Неуязвимости. У меня его нету. А, там тоже риперы все-таки были. Окей. В любом случае. Спустившись вниз, готовьтесь к встрече с риперами. Оглядываясь по сторонам, сразу же хватаем артефакт и валим отсюда быстренько. Но, конечно, быстренько же не получится, потому что я проверяю свои телепорты на работоспособность. Да и риперы мне не слишком страшны. У меня броня хорошая. Артефакт неуязвимости. Осторожно, риперы. Погнали дальше. А, точно, они на свет же реагируют, а у меня светлячок на плече. Блин, я думаю, что они все на меня так реагируют постоянно? А я тут только со светлячками летаю. Хотя они сильно-то и не нужны, но все равно. А тут, видите, он отключился, поэтому они на меня сильно и не реагировали. Так что да, есть смысл задуматься, а нужен ли вам светлячок с собой в походе. Так, в любом случае, сколько у нас артефактов сейчас есть? Пам. 12 артефактов. Нам нужно еще найти 3. Найти три. Вот я бы еще вспомнил, где они. Во! Вспомнил где. Наверху. Вот еще один артефакт. Опять-таки же, где-то здесь у меня стоит телепорт. Либо там. А, вот здесь. Опять-таки же, да, вот на эту платформу нельзя было ставить. А, чуваки, спасайте меня! В смысле, да, я же еще ее не вызвал. Раз, два и три. Это братва меня всегда спасает. Вообще проблем никаких не вижу. В мясо всех превращает. Ну и, соответственно... Молодцы, ребята! А теперь домой! Отлично. Может, опять-таки же, было бы опасно спускаться вниз. А, выжженный меч? Да ладно, мне этот скин ни разу не попадался. Клёво. Так, снимем. Вот меч уже интересно. У-у-у, какая классная штука. Погоди. Классно, мне этот скин реально ни разу не попадался. Так, надо на свет встать. Классно. Здорово. Это лучше, чем аберрантный. Вот, здесь опять-таки же телепорт. Осторожно, рядом обрыв, артефакт разрушителя. Проверяем. Да, публичный. Итого уже 13 артефактов. Еще осталось 2. Все ближе и ближе к концу. Вот честно, я уже не помню, где последний. Поэтому давайте прибежим к читерному способу, так как время видоса подходит к концу. И давай смотреть, чего мне не хватает в целом. Что-то какая-то... Проблемка. Народ, реально проблемка. Их что, 14 артефактов? Почему я думал, что 15? Потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте я же повторюсь. Вот 8, да? На пожирателя заканчиваются 9, 10, 11, 12, 13. И у меня 13. Блин, надо посчитать их все. Вернуться домой и посчитать их все. О, кстати, точно, я же могу это легко сделать. Телепорт на базу.
Вот я лошара. И тут всего 18, а не 20. 4 дополнительных поставил, 14 было. 14 артефактов! Блин, а почему я думал, что 15? Я всегда вместе с ним считал, с Инграмом. Поэтому у меня получалось 15. Так, 12 и еще плюс 3 здесь лежало всегда. Да, бывает. Ладно, вернемся на поиски 14 артефакта. С поиском 14 артефакта я потратил больше всего времени. А именно на то, чтобы его найти. Ну, логично. Вот, и как бы, с одной стороны, вроде бы найти-то несложно. А с другой стороны, это пиздец, как сложно найти его. И то ли это баг сервера, то ли это баг карты непосредственно самой, но этого артефакта нету. Вы спросите, откуда тогда он у меня взялся? Резонный вопрос, на который я бы точно так же, который бы я точно так же задал. И тут нам приходит на помощь, собственно, администрация сервера. Кто ж еще там? Прилетев сюда к базе. Кстати, я понял, что этот артефакт есть лишь только по одной фигне. Где-то здесь стоит телепортик, у которого, собственно, было два названия. Точнее, в названии два вида артефактов. Честно, я сейчас, пожалуй, и не найду. Я его находил-то пару раз случайно. Ну, в смысле, так, летаешь, знаешь, хоп, и вот нашел. Вот. Вот. Хитрости и лорда. Лорда-то я нашел. А где же артефакт хитрости? И вот облетев здесь все вокруг, обыскав все и везде, я видел только вот этот сраный артефакт. Уэп. Ну, вижу я его. Ну и что? Ну, не могу я его взять. Что делать? И тут я увидел вот это. Называется эта штука, как видите, артефакт хитрости. И заглянув вовнутрь, я вижу те самые артефакты хитрости. Поэтому я, как я и сказал, то ли это баг игры, то ли баг сервера. И этот артефакт находится только вот так, с помощью команды. То есть админ скидывает сюда кучу артефактов и вот, собственно, поставил сюда, типа ты лутаешь, как будто бы нужный артефакт. И тем самым мы получаем те самые заветные 14 артефактов. Окей, я лошара, я думал почему-то 15. Почему я думал 15, я не знаю. Но их реально 14. И это смешно. Смешно то, что я так лоханулся. Поэтому как бы... Возвращаемся обратно. Поэтому, собственно, с легкостью могу сказать. Я нашел все артефакты. Вау, куда ты полетел, сущий, да? Птица вольная. Почти. Вот они, те самые... легче, легче. Чего меня так это лагает? Точнее, даже не лагает, у меня иногда так бегу и... Оу, чё за фигня, чё за фигня? Клёво, да? Воу! И как бы иногда даже бывает, что я просто начинаю лететь, а если я скидываю вот в такую аномальную зону, то есть вот смотрите... What the fuck? Что такое? Что со мной? Что со мной творится? И вот, ну, короче, вы поняли. Вот, если я скину туда своего птенчика, то он может забагаться и под текстуру упасть. Ну, в смысле, под текстуру вот эту, слава богу, не полностью под карту. Вот, собственно, поэтому, как вы видите, у меня здесь 18, оказывается, я посчитал их. Их у меня 18 штук, 4 повторки, и я просто почему-то думал, что 12. Вот, и 14 этих самых... неповторимо. Назовем это так, не знаю. Вот. Так что в этом плане все легко. И просто я застрял в гаргулье, блин. Вот. Артефакты нам нужны. Артефакты нам нужны для создания разных предметов. Все. Не шебуршите.
Артефакты нам нужны для создания разных предметов. Ну как предметов? Для вызова разных дино. Даже вот лучше сюда зайти. Допустим, Дивайн. Вот. Вот, пожалуйста, артефакт мудрости 5, лорда 5, допустим, неуязвимости 5, охотника 1, силы 5, хитрости 5. Это столько нужно артефактов, чтобы создать вот это вот. Из того, что я уже могу создавать, здесь опять-таки же нужно жесткости пожирателя, силы и хитрости по одному. Здесь нужно мудрости лорда, неуязвимости охотника, силы и хитрости по одному. Ну и здесь, в общем, сами все видите. Такая вот фигня. В целом, Black Pearl Last мне тоже нужно как-то создать. И вот для этого мне нужно будет кого-то там завалить, потом кого-то там создать, и уже в его инвентаре, по крайней мере, читая чат, я понял именно так, и создается эта самая пыль. Но я сделаю умнее. Я почитаю официально, неофициально вики, я не знаю. Но, в общем, в ней-то я и почитаю. Что? Как? Да где? Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.